Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, у тебя всегда будет суперское настроение! Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер, мы продолжаем играть в игрушку под названием Happy Wheels. Ну что ж, ребят, сегодня мы вместе с вами пройдем много классных, интересных и прикольных уровней. Я надеюсь, друзья, что вы успели поставить лайкусик за 3 секунды, заранее вам огромное спасибо. Ну что ж, первый уровень, который мы сегодня будем проходить, это Pogo Приключения. Ну что ж, напоминает мне это все дело Pogo Fight. Ну и давайте, первый у нас Тимми, и мы его вот так скинем, давайте, с камушка с этого. Малая, на, сказала нам, что мы лузеры. И в итоге сама оказалась вон на земле, на, получи за такие слова. Вообще, ребят, офигела девчонка. Так, бабка, I'm fat, говорит она, что она толстая, ну да. Так, ладно, пацанчик дальше. С ножичком, оу, щит, еще б немножко этот ножичек бы меня задел, друзья. Но мастерски я увернулся. Прыгаем дальше, оп, и летим, друзья, нифига себе, это что у нас тут, роб-свинг какой-то, или что? Так, куда нам, ребят, вниз или монетку взять? Блин, я не знаю, ребят, вниз или монетку? Ладно, пофиг, погнали вниз. Ой, боже, ребят, а что это так было сложно? Ладно, погнали, короче, в принципе, тут изи. Давайте попробуем долететь до низа, посмотрим, что там в самом низу. Но если что, потом, ребят, попробуем взять монетку. Чуть не сдох просто, ребят. Так, тихо, ножик. И вот так. Нормально. Так, ладно, там дед, блин, какой-то каратист. На, получай, дед. Так, ребят, погнали. И оп. И оп. Все, с кайфом, ребят, летим. Только я застрял. Оу, нет! Итак, ребятки, вот он опять выбор. Ладно, давайте попробуем еще разочек вниз. Если ничего не получится, то попробуем взять монетку. А что там снизу? Погодите. Блин, я не знаю. Ладно, ребят, последний раз пробуем прыгнуть вниз. Если там ничего нет, если мы умрем, то окей. Ничего страшного. Блин, ну как бы посмотреть? А, короче, я не знаю, ребят, но мне очень хочется посмотреть, что же там снизу, поэтому летим. А, там финиш, серьезно? Блин, мы могли взять монетку, а могли вот так финишировать, но, ребят, я выбрал самый сложный путь. По кайфу, друзья, 5 звездочек, и погнали посмотрим на следующий уровень. Ну что ж, ребят, а второй уровень на сегодня, вот такой у нас челлендж, погнали попробуем пройти вниз, вперед, а я еще живу. Если я отлечу, то ничего не будет. Ладно, эть, и вниз! Прошел! Вот это да! Со второй попытки, друзья, мы справились. Опять пушок 228, красава, вообще делает четкие уровни, друзья. Ну, прошли, прошли, 5 звездочек, погнали, посмотрим на следующий уровень. А здесь, ребят, у нас классический Pogo Fight. Мы летим в бой прям сразу, нифига ж себе, я просто всех уничтожаю. Катана! Ненавижу катаны! Вот в... Понятно. В Pogo Fight'ах ненавижу катаны и секиры теперь тоже. Это было так нелепо, ребят. Блин, я просто поторопился. Ладно, смотрите, ребят, показываю кунг-фу. Самое настоящее ниндзякское кунг-фу. Просто кунг-фу от Овера. И чкяу! Вот так вот, друзья. Ну-ка еще давайте попробуем стилем кунг-фу пройти данный уровень. Кичкяу! По-моему, тут все дело в звуке, друзья. Ну-ка, если моя тактика работает, то мы и эту девчонку сейчас пройдем тактикой кунг-фу. И, надеюсь, вы готовы. Кичкяу! Боже, друзья, вот вам лайфхак, как проходить, блин, Pogo Fight'ы. Реально, тактикой кунг-фу, друзья. Я, правда, не уверен, что это кунг-фу, но звучит прикольно. Видите, смотрите. Кичкяу! Все. Во, прошли. Все, друзья, я теперь Pogo Fight'ы буду проходить только такими тактиками кунг-фу. Ладно, 5 звездочек, погнали, посмотрим, что я приготовил для вас еще такого интересного. А тут, ребята, у нас Impossible Jump. Мы на толстой девчонке на коляске должны поехать. И... Пфф, я дурак. Так, press Z to eject. И, как я понял, надо еще прыгнуть. Эй! И чё? О, что? Это нам нужно вниз туда как-то попасть. Вот это impossible, так impossible. Вниз! А я ж прилип. Я же толстая бабка. Как это?
Может быть, тоже тактика кунг-фу? Нет, ладно, друзья, тактика кунг-фу только на пого-файтах у нас работает. Да господи, она толстая, даже не перелетел. Все, я в корзинке. Все, я в корзинке в своей же, ребят. Вот это я считаю лайкусик. Ладно, погнали. И оп. Да боже, толстая бабка. Ну оторвись, оторвись. Слезь с шампуриков. Чисто шашлычок, друзья, на вертеле. Шаурма готовится. Ладно, я зол. Эй, опа, прошел. Да боже. О-о-о-о-о-о-о-о. Ну, оторвись, оторвись, бабка. Эй, зацепимся, зацепимся. Эй. Ну все. Да, ребят, кто-то придумал этот уровень, он просто гений. Настолько легких и одновременно сложных уровней я давно не видел. Понятно, почти, кстати. Немножечко нам не хватило. Ой, да боже. А-а-а, еще разочек. Оп, вниз, дура. Бомбит, да не бомбит у меня, не бомбит. Ладно, жопка пригорает. Эй, дура. Пожалуйста, пройди, оп. Ребят, я уверен, короче, смотрите, я знаю, я не прохожу, потому что кто-то из вас не поставил большой палец вверх. Давайте вы сейчас поставите лайк, и я пройду. Готовы? О, ну кто-то не поставил, ребят, вот половина поставила, а половина нет, поэтому я почти прошел. Ну, ставьте, ставьте, друзья. Ой, ребятки, вы думаете, что, я вру? Ну, лайкусик, давайте, ребят, и все, и мы пройдем, смотрите. Вот сейчас и проверим. Ну, а что я вам сказал? Вот, все лайкусик поставили, и я прошел, но я уверен, что все равно не все поставили. Кто-то, друзья, да не поставил. Ладно, 5 звездочек мы ставим этому уровню, идем смотреть на следующий. Боже, у нас все уровни, друзья, походу, связаны с прыжками. Я не знаю, как так получилось, но тут у нас Pogo Jump Stage 1. И это тоже какие-то Pogo-приколы, друзья. Ух ты, сейчас будем прыгать. О, нормально. Неплохо, и оп. Блин, Pogo Jump, а Stage 2 там что? Гарпун, додж? Там чё, блин, все лайф... Ой, это все приключения в одном уровне, ребят, собраны. Серьезно? Ладно. Ой. О, прошел, нормально, Stage 3. Что там было, ребят? Я не прочитал, что было в Stage 3. Что будет на третьей стадии? Что это? Линия? Стрелочка будет? Лол-лол-лол-лол-лол? Что? Тролль, да? Это троллинг. Потому что лол-лол-лол-лол. И я прошел. Кстати, мог и не пройти, но... По кайфу, друзья, прикольный оригинальный уровень, 5 звездочек, и погнали к следующему. А здесь у нас уровень невидимый, и то есть это невидимый троллинг, что? Понятно. Ладно, едем вперед, будьте осторожны, ребят. Ну давайте будем действительно осторожны, я не понимаю, что происходит. Как вы видите, ничего не видно, кроме вот. Ай! Прошел! Вперед, куда надо? Да, наверное, вперед, ребят. Боже, тролль за троллингом. Ай, куда надо? Назад надо, наверное. И... Прошел! Слушайте, жестко, друзья! Прикольно, невидимость, классно! Окей, 5 звездочек, погнали к следующему уровню! Ну а тут у нас MC Дональдс. Ладно, ребят, Макдональдс у нас здесь. Короче, как я понял, это, смотрите, друзья, как в Макдональдсе готовятся наггетсы, котлетки и так далее. Берется человеченка, вот так включается. Далее, друзья, у нас идет пресс, самое обязательное, мясо, утрамбовать, друзья, вот, хорошо протрамбовать всех, давай, 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 прессиком, о, вот это вкуснота, ребят, чувствуете, как вкусно уже, а, ой, просто слюнки текут, ладно, дальше у нас идет блендер, мясорубочка, и еще мясорубочка, да, тщательно надо перемолотить мясо, фаршик сделать вкусненький, боже, что за безумие, ребят, просто что за безумие. Ладно, дальше мы идем еще в один пресс-блендер, но уже поджариваем все это дело на горелочках. Да, мяско должно прожариться, ребят, чтобы было вкусное, вкусное. Ну и дальше мы это все, что, упаковываем, друзья, в пакет Макдональдса и на стол. Так сказать, заказ готов, принимаем. Надеюсь, друзья, что в реальности вообще не то же самое. Надеюсь, что в реале, блин, хотя бы, ребят... корову какую-нибудь там, или курицу, но фиг его знает, одни химикаты. Ладно, погнали к следующему уровню, друзья. Ну а здесь у нас паркур на велике, друзья, и смотрите, ОМГ монстр. Посмотрите, какой монстр, ребят, у нас здесь, из чего он, правда, состоит. Какой-то голубенький, ребят, непонятный. Ладно, джамп! Что? Я не прыгнул, тролль пошел? Так, тут нам нужно мину перепрыгнуть. Эть. Девчонка лезет, но я быстрее... Пацан, погорел Эверест, нифига себе, едем дальше. Так, а тут медленно.
Ой, ребят, вот это я вообще не люблю. Ну, как бы люблю, но у меня это плохо получается. Смотрите, как мы головой киваем. Сейчас как кивнем на миллиметр выше, на пиксель, и все. Ну, пожалуйста. Давайте доедем, ребят. Я и так супер медленно еду, он даже сам едет, я ничего не нажимаю. Последняя штука, ну все, едем дальше. Ой, ребят, как же стрёмно. О-о-о, вперед! Тут вообще все приколы, походу, да, собраны в одном месте. Вот, на тебе, убил, друзья, я его. Едем дальше, Glassbrick, да, походу, реально, все мини-игры в одной игре. Jetfall time, Jetfall! Вот, фух, прошел. Ладно, малого уничтожили. Едем дальше, Battle Run, серьезно? Воу, бам! И прошел. Офигеть, ребят. Ну, просто шикарный уровень. Прям реально суперский, ребят. Но тут реально лайкусик и 5 звездочек. Ну, и это еще не все. Тут у нас способы смерти. Классные уровни, ребят. Что-то я их прям жестко полюбил. Так, тут у нас, ну, просто ребята кушают фрукты. И жирная бабка такая, не съедите фрукты мои, и просто прыгнула. Ух ты, нифига, какой у нас тут грабитель. Ну просто застрелил бомжа, что с него взять, у него и так ничего нет. Ладно, ребят, тут что у нас? Ну я подозреваю, да, дробилочка жесткая. О, мужичок, ну ты чё? Ой, зря, ребят, он сделал, жизнь же так прекрасна, нафиг он это сделал. Так, смотрите, тут у нас пацана казнят. Воу, выстрелами арбалета, здесь у нас девчонка. На, гарпунчиками. А тут-то что? Сектор какой-то. Сектор приз на барабане. Вау, нифига, он поднял его. Смотрите, это маг. Он нифига себе поднимает такой и распепелил. Портал, друзья, на финиш. Ну что ж, пишите, какой способ смерти вам понравился больше всего. А, сектор, это вот, это автор. Ладненько, 5 звездочек, и погнали дальше. Ну что, друзья, Ропсвинг. Не было сегодня у нас Ропсвингов. Полетели. Эу, зацепился. Блин, обожаю Ропсвинги. Одни из моих любимых уровней, так же, как у Pogo Fight. А вы, кстати, друзья, какой у вас любимый уровень, жанр и так далее? Напишите в комментариях, какие челленджи вас, может быть, больше всего нравятся. Будет достаточно интересно посмотреть. Я зацепился. Я готов. Я лечу. Я полетел! Классно, ребят! Ропсвинг вообще четкий, слушайте, хардкорный полностью. Капец, он длинный. Сколько тут приключений для нас приготовил автор? О, боже! Тут еще ниже. Ладно, зацепился. А, и вон уже финиш, вижу. И плавненько на финиш. По кайфу, друзья. Классный, четкий, прикольный Ропсвинг. С первого раза прошли. Окей. Тут у нас, друзья, гарпун джамп. Ну что? Оп! А где гарпунчики-то? А, блин! Я думал, это платформа, ребят, которую надо перелететь, а это яма. Вон у нас гарпунчики там были. О, почти прошел. Еще бы немножко, ребят, и прошел бы. Да изи вообще, что тут сложного? Один прыжок, и все, и победа. Ха, с кайфом. Ну что ж, ребят, на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что видосик вам понравился. Обязательно подписочку на канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. В описании есть ссылочки на мои социальные сети, ВКонтакте, Инстаграм. Подписывайтесь, туда мне будет безумно-безумно приятно. Ну а с вами по-прежнему был Овер, желаем всем всего-всего самого наилучшего. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте, успехов, спасибо за просмотр и пока-пока!